привет, с вами Unaided Customs, это специальный выпуск. Я в Москве на Custom Convention 2015. Это впервые в России проводится такое сборище человек, людей, которые кастомизируют свои машины, мотоциклы, в том числе и скейтборды. В общем, все самое интересное и самое заметное. И мы начинаем наш экскурс. Начиная от советских, европейских, заканчивая американскими маслкарами. Здесь сзади меня находится клуб «Бояре». Я, конечно, не очень осведомлен о культуре, но тем не менее я слышал об этом клубе. Пока что я думаю, что это одна из самых крупных, стендов с участием таких крупных организаций. Пошли посмотрим. Не знаю, что там. У меня руки. Ай, да, забыл, даже нет, Здесь большая, просто огромная выставка различных мотоциклов. We took acid for 10 days straight up in the mountains. Started running with the stallions, playing frisbee in the West Indies. Did the tango with my kidneys, eyes open, now I know just what my kids need. Rocking very loose pants, rocking very loose pants. Buried a million in the sand by the clock tower. Before I die, take a hot shower. Ride the Harley into the sunset. Ride the Harley into the sunset. Ride the Harley into the sunset. Вообще абсолютно разных. Есть обычные версии, то есть какие-нибудь олдскульные тачки. Тачки, говорю, мотоциклы. Есть, конечно, самодельные намного круче, особенно для старых советских. Также, что у нас еще есть? Вот, например, из олдскула. Из олдскула здесь есть Южная Хонда. Кто разбирается в мотоциклах, может быть, знает, что да как. Дальше так, тут есть у нас небольшие магазинчики, забегалки, в которых продаются разные интересные вещи. Тоже довольно старые, американские разные брелки, значки, все такое. Rattle like a baby hand, except this toy costs 80 grand. And I'm crazy tan from all the places that I've been. Just for writing words with a pen. Tell the pilot, land the plane, no Roosevelt in Maine. Также есть две прикольные машинки японские, JDM, детка. Вот такие. Которые сделаны по типу мультика тачки. These motherfuckers speaking funny, you need to speak clearer, dear, cause I can't hear you. Также есть вот такие вот крутые скутера, зумеры. Face, but I really know you hating me. I know you're mad 'cause I'm sick and it's plain to see. Пойдемте дальше. Дальше у нас, как я уже говорил, в самом центре. Красавцы, ребята, показали, это клуб «Бояре». Ребятки на воздух. Также в середке есть у нас еще маслкар. Четкие, старые. Я не разбираюсь, лучше посмотреть.
различные маленькие магазинчики. Например, такие, что вам могут нарисовать такие красивые, плавные, синхронные линии. Я не знаю, как это стиль, правда. Это девочки Тани. Здесь гоняют на самодельных велосипедах. Кастомных. Сзади меня доски, скейтбордные, лонгбордные, любые. Также очень интересная штука, это вот тут вот ребята, сейчас покажу. Вот ребятки, они у них в копейке они жарят сосисочки, получается хот-доги. Они вроде бы из Беларуси, что ли? Могу ошибаться. Да, белорусские номера. Не видать. Бывает. Жизнь огорчения. Здесь тусят ребята на скейтбордах, лонгбордах. Once upon a time, I was all alone. How you like me now, do I turn you on? Now I got you drunk, hiding from the bowl. Show me what you want, give me what you want. У нас есть две более-менее современные тачки. Ох, какие диски, ох, какие диски, зацените. Также есть машинки для детей. Наподобие был только москвич, который там сейчас разрисовывает, тоже вишневый. Да, было время. Также есть еще копеечки. Volkswagen Transporter очень старенький. И копеечка Sport. Все дела, каркас безопасности. Лютая приборка. Лютая. Давайте посмотрим на Volkswagen Transporter. Когда-то я хотел себе такой, но, к сожалению, не стоит бешеных денег. Вот такой Volkswagen. Интерьерчик. Все четко. Также тут есть заржавленная Волга 24-я. Вот она. Я пообщался с ребятами, мне посоветовали лак для моей Таврии. Но я, скорее всего, не буду лакировать, потому что в принципе держится, и бог с ним.
Здесь есть такой прикольный динамик, софтбуфер. Надеюсь, его видно. Опа! Выдухнули мне. Вот такой вот софтбуфер в чемодане. У меня чемоданов много, но у меня такого буфера нет. Заниженный скейт. Теперь из старого скейта сделаю себе так же, постараюсь. Урал. Лютый советский тяжелый мотоцикл. Эх, в кадр не попадает. Есть, вот он. В идеальном состоянии. Там люди стоят, там тут охрана. Все, палимся. Вот. На самом деле здесь очень интересно. Есть вот такой Volkswagen. Volkswagen, копеечки. Там, кстати сказать, продают пневмоподвеску. Я цену не знаю, но, думаю, космическая цена. Оказывается, ведущий здесь, это Хоббит. Хоббит, кто не знает, ведет передачу «Говнорокеры», он вроде еще на MTV был. Ой, какая тапочка едет. Также продают катки. Вон видно катки. А вот, на мой взгляд, самая интересная часть. Здесь у нас советские автомобили. Это Pro, шестерочка, пардон, 412-й, даже, пардон, 408-й Москвич, 408-й Москвич, 21 СОК, копеечка и четверочка. Что-то там опять нам хочет рассказать, как его, Хоббит. Я пойду туда, я буду надеяться, что у нас все-таки выпадет мой счастливый номер, я хоть что-то получу. Он меня уже узнал и со мной общается, это не ложь, он реально со мной общается, в плане того, что рядышком, когда цифра попадается. 202, давай дальше. Будем крутить с тобой, пока не сумма не сорвется. Прикол в том, что тут разыгрывают лонгборды. Итак, номер 99. 99, друзья. Почти, да? Почти 100. Почти, вообще не дам. У меня 199. Если у кого-то есть 99, подтягивайтесь. Было 200, 104 было, но я не выиграл.
Хорошо, нету, да? Он со мной общался, мол, эх, чувак, ну, бывает. Вот такой классный у нас фургон. Между прочим, дядька, который придумал Red Look, он придумал вот этого вот чудика. Я не помню, как его зовут. И вот он был таким вот символом. Рисовали вот такие вот, вот таких вот бешеных чуваков без кожи и на вот таких вот разных автомобилях. Ну, тут типа как баги. Но обычно он был прародителем Red Look'а. Подойдем поближе к москвичу 408-му. Двигатель 1.8, самоделка, самодельный инжектор. Я слежу, точнее, за драйвом этого автомобиля. Ух ты! Не хватает давления. Вот это дудка! Ох, твою мышь! Дело ближется к вечеру, время уже 6 часов. Я все, что можно, поснимал, постараюсь вам передать атмосферу. К сожалению, у меня сейчас еще закончится батарейка, и это будет вообще беда, снимать будет нечего, поэтому снимаю я финал. Сам я, конечно, еще похожу, может быть, что-то выиграю, у меня уже 2 значка, но пока что удача не на моей стороне. На самом деле, я думал, что будет скучнее, но, как оказалось, вполне весело, интересно, розыгрыши призов. Мороженка, которую я не купил. Познакомился с несколькими людьми, у которых довольно классные тачки. Это заниженная копейка. 408-й москвич с двигателем 1.8, инжектором самодельный. С Ярославля человек приехал. Я подписан на нем на драйве, советую тоже подписаться. Так что можно сказать, что я вообще не пожалел, что я приехал сюда, побывал. И у меня получился вот такой чуть-чуть насыщенный август. Что ж, всем пока. Мне несметно повезло, меня подкинут почти до дома. Не Гроховец, Москва. Подожди, подожди! И вот именно на этой тачке меня сейчас повезут. Поехали! And